Потому что путь лучшего – это когда ты, несмотря на то, что у тебя вся команда уебана, то, что они тебе все пидят, они у тебя все хуйсосы, несмотря на это, ты идешь по пути лучшего. Ты и есть лучший. Ты не сдаешься, не плачешь, не стонешь, как какая-то девка, не знаю, непонятная. Ты просто ебашишь их, блядь. Можешь сворачиваться, тебе похуй, тебе просто поебать, тебя не законтрить, ты имба. Они не могут даже снести у тебя четверть хп, даже долю. Ты просто берешь и с дубами выгрызаешь эту победу, блядь! Все, блядь! Просто взял и выгрызал сердце, нужна твоя помощь в новой, временной игре на Epic Loot. Наша с тобой задача — поймать эту вкусную девчонку. Играем бесплатно раз в час. За победы забираем награды и копим очки, с помощью которых открываем сундуки с арканами. И смотри мне, не забудь забрать по ссылке снизу Battle Pass с моим костяным хуком на последнем задании. В общем, ссылка снизу. И промокод тоже. Используй его. Не дай автору канала зачахнуть. Я по стройкам бегал, блядь. В прятки играл. По гаражам скакал, блядь. С бабами по кладбищу ходил, блядь. В сапогах, на. А вы что тут сидите, ебаный, блядь? А почему по кладбищу? В дотку играли, блядь. В курточках сишки выпили, блядь. И фоткались, как вы пьете что ли? Вы, бля, нихуя не делали свою молодость. Вы объебанные телефонные овощи. Коня удалили моего, любимого, нахуй. На котва. Лук за 2000 долларов. Вот кабанчика, который мне Галактик дарил. Я сразу хочу сказать, что я ебал в рот этот Steam. Потому что если, ну, типа, если каждый может зайти и вам что-то удалить или что-то сделать, вообще зайти на ваш аккаунт, то, ебать, нахуй вообще здесь какие-то деньги хранить, какие-то скины покупать, если все могут спиздить. Сейчас я нигде не заходил, блядь, я никуда не заходил, блядь, никакие на сайты, ничего не логинился, блядь. Просто взяли, зашли на аккаунт, блядь, и удалили шмотки. Просто так, блядь. А тут тем временем 33-й БКБ. Какой-нибудь паузмет. Хотя крест. А БКБ-то маленький кулдаун имеет. Купил Юл! Юл купил! Багений! Багений на 33-м! А? What just happened? Че будет? Готовьтесь! Нормально, у тебя как? Плохо. Что случилось? Грустнее. Тебя бросили? Бля, ну ты мудак, я тебе говорю, гости, чё ты, бля, как долбоёб? Нахуй тебе, братан, ты можешь развиваться, бля, у тебя нахуй миллион возможностей туда-сюда, бля. Боксер, моксер, шмоксер, тебе не похуй! So, today's food. It's okay, it's life. It's life. Хорошо, пацаны, вы доигрались. Чё? Максон, сделай клип, это чё вообще? Как назовешь команду, так она и поплывет. Я был пи***ц в стильсе, когда у нас типа Outsiders назвали. Ну правда. Почему команда Outsiders? Ну как назовешь корабль, так он и поплывет. И по итогу Outsiders выиграли мажор в Бразилии. Так что с этим не поспорить. На, блядь, Кент.
сюда, сынок! Двоих! Просто двоих, без шансов! Свен! 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 Иди сюда! Блин, куда ты там бежишь, блин? Начала, кара! Да, блин, дайте на ар... Дай! Да, идите нахуй! Ставь, смотри, я прыгну, ставь статик. Ставь. Никто не нажмёт. Бам-бам-бам-бам. Чина, зацебать. Штучка ебан. Куда игра? Где снайпер? А как так получилось? Это невозможно. Это невозможно. Что? Кто эти гайды делает? А это я, да? Ладно. Если я завтра себя вижу в нарезках, нахуй, я тебя удаляю. Я всех вас нахуй баню. Кто сделает эту ебаную нарезку стрима, я вас удалю нахуй.